Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым випуску. Птушиный двор. Сегодня после модернизации открылся вытворший цех тушкафабрики «Беларусьнафта» особенно. Санация проходит успехово. Первый наместник премьер-министра Николай Снапков встретился с працовным коллективом Гомельского тлушевого комбината. Жниво на экваторе. Областный каравай важит амаль полмиллиона тонн. А зараз об гэтым и іншым больше подробязно. По доручению президента Беларуси на Гомельщине модернизовали вытворший цех «Коммунар» птушкафабрики предприемства «Беларусьнафта» особенно. Это позволит повеличить могутности по отриманию мяса птушки больше, как удвоя. На урочистой церемонии открытия обновленного объекта побывали наши корреспонденты. На шляхи развития птушкагадовли на Гомельщине президент звернул увагу год тому. Подчас наведывания вытворчего цеха птушкафабрики предприемства «Беларусьнафта» особенно, який размещены у Ветковском районе. Повеличить могутности по вытворчести мяса птушки вырашили за кошт модернизации цеха у агрогородку «Коммунар». Это Будакашалевский район. Работы почалися у лютым гэтага года и завершились амаль удвоя хутчэй нормативных терминов. Ганна Барейша працуе на птушкафабрике уже 44 годы и может поравновывать эффективность вытворчести. Если честно сказать, даже сравнивать нельзя. Потому что то время очень много было ручного труда. А сейчас... Вы представляете сами, в каких условиях сейчас можно работать. Все на автоматике. Модернизованная вытворчасть – это 4 птушники, у яких одночасово можно выращивать каля 50 тысяч бройлеров, прикладно удвоя больше, чем ранее. Отповедно повеличиваются и объемы отриманного мяса. При этом на предприемстве пропрацевали махчимые рынки сбыта. Особливая увага экспорту продукции. Крупными потребителями белорусской птицы традиционно является российский рынок. Российский покупатель знает качество нашей продукции, российский покупатель идет за белорусскими продуктами. Кроме того, это Грузия, это Армения, это Кыргызстан, это Казахстан. В начале текущего года была открыта на отгрузку в Китайскую Народную Республику. Это было 7 января текущего года. За этот период прошло 4 отгрузки на Китайскую Народную Республику. Основной продукт, который интересует наших китайских партнеров, это лапки куриные, различные части крыла. Но мы сегодня прорабатываем контракты для того, чтобы и оставшаяся, скажем так, разделка из мяса птицы уходила в больших объемах в Китай. После открытия новой вытворчасти старшиня облвыканкама покидает запись у книги гоноровых гостей предприемства «Беларусьнафта» особенно и сустракается с коллективом. Працовники цікавятся мерами по подтримке шматдетных семьев и развитием социальной сферы. Причем размова не только конкретно об агрогородку «Коммунар», але и Будакашалевском районе увогуле. Геннадий Соловей каже об реализуемых проектах и додае: мы сделаем все, как вам было комфортно. Стоит задача наращивания объема производства. Да, были потеряны позиции. Но на сегодняшний день при директивном кредитовании, при поддержке государства, мы хотим сделать все то, чтобы район опять был в лидирующих позициях. Вот сегодня мы на территории района реализуем новый проект в Андреевке, это посредство свиноводческого комплекса, кто знает. И, конечно, производственная деятельность для нас важна в том, чтобы создать условия и поднять заработную плату в целом в нашем сельском хозяйстве. Олег Сюнцюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалевский район. Первый наместник премьер-министра Республики Беларусь Николай Снапков наведал гомельский тлушевый комбинат. Уполноваженный представник президента по Гомельской области погутарил с коллективом об проблемах и перспективах одного со старейших предприемств у Гомеля. При этом диалог с работниками завода закранул не только тему промысловости. Подробязностями володая Николай Скинтиян. С минулого года на Гомельском тлушчакомбинате проходит санация. Становище, у яким опынулося предприемство, ледь не довело его до банкротства. Але мероприемство по финансовому оздоровлению приносит корысть. Поспехи отзначаются на высшем державном уровне. На самом деле антикризисно управляющий, хоть это обычно в экономической среде уже стало имя нарицательное, здесь удачный выбор, один из лучших, на мой взгляд, один из немногих, на мой взгляд, успешных антикризисных управляющих в стране, который прекрасно показал себя еще на Калинковичском мебельном
предприятий и динамика предприятия очевидно положительная даже по сравнению с прошлым годом. Санация – процесс складаны. Немагчыма хутка позбавиться от усіх проблем. На сёння галоўныя перашкоды ў жыцці прадпрыемства звязаны з унутраным рынкам і вялікай канкурэнцыяй на ім. Адносіны з гандлёвымі партнёрамі патрабуюць рэгулявання. Тым не менш, дасягнення апошняга часу дазваляюць задумацца аб замежным супрацоўніцтве. У якасці мэтавага рынку Мікалай Снапкоў бачыць Кітай. Былы надзвычайны пасол у Паднябеснай упэўнены, рэалізацыя гаспадарчага мыла ў гэтай краіне мае фантастычны патэнцыял. В Китае его воспринимают как мыло ручной работы. Я думаю, что его таким образом надо и позиционировать, соответственно, дорого продавать. И, соответственно, опять же, в рамках поручения президента мы, в том числе это предприятие, будем продвигать на китайский рынок в сети. Именно в сети, потому что не хотелось бы терять добавленную стоимость через посредников. Размова віце-прэм'ера с коллективом тлушчакамбината выйшла за рамки абмеркавання стану справ на прадпрыемстве. Сярод галоўных тем ситуация с коронавирусом и будаўніцтва новых объектов, як областного, так и республиканского значения. Скажите, пожалуйста, когда планируется пуск белорусской атомной электростанции? Нет, меня интересует лично. Яшчэ одно хвалюючае пытанне – развіццё прадпрымальніцтва. Мікалай Снапкоў заявіў, каб дапамагчы бізнесу, хутка ў рэгіёнах з'явіцца новыя цэнтры эканамічнага развіцця. Планаў на будучыню сапраўды шмат. У іх ліку сістэмная дапамога такім прадпрыемствам, як гомельскі тлушчавы камбінат. Вытворчасці, якія сутыкнуліся са складанасцямі, патрабуюць кантролю і падтрымкі з боку дзяржавы. Мікалай Скінцян, Андрэй Іванаў, тэлерадыёкампанія «Гомель». На Гомельшине до выборов президента Республики Беларусь готовы усе 997 участков для голосования. Отповедное заключение сделано на посяджении областной выборчей комиссии. Стенды с программами усіх кандидатов, столы с документами и списы выборщиков. С ними можно ознакомиться, что день с 17 до 19 годин. На некоторых участках уже усталявали кабины для голосования, одно место, в яких предугледжен для инвалидов-колясочников. Подчас выборов тут з'явятся так само рабочие места членов комиссии и назиральников. У связи с пандемией одночасово на участку их будет находиться не больше, как 5 человек. Значная увага надается так само санитарным и пожарным мерам безопасности. Состоялось очередное заседание Гомельской областной избирательной комиссии. Был рассмотрен вопрос, основной вопрос – это готовность участков для досрочного голосования, которое начнется с 4 августа на следующей неделе. Были выслушаны доклады всех необходимых служб, которые занимаются именно проверкой участков, дают свои заключения – это МЧС, и милиция и Белтелеком. Все доклады довольно-таки были неплохие, удовлетворили областную комиссию. И я могу заявить, что все участки 100% готовы для проведения досрочного голосования. Датэрміновае голосование на выборах кіраўніка державы пачнется 4 жнівня и протягнется до 8 жнівня. Участки у гэты период будут працаваць с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. Гомельскому автобусному парку номер 1 60 годов. Круглая дата для предприемства не только на года для свята. Тут вспомнили славутую историю, подяковали работникам за упартую шматгодовую працу, а так само обмерковали наденное хвалюющее пытание. Подробязности у наступном сюжете. Гісторыя прадпрыемства – гэта не толькі поспіхі, але і шматлікія выпрабаванні. Мала хто ведае, калісьці работнікі аўтапарка нават удзельнічалі ў ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС. Зараз тут працуе каля 1000 чалавек. Сярод іх тыя, хто прысвяціў сваю працу ўсё жыццё. Адзначыць іх адданасць любімай справе доўг кіраўніцтва розных узроўняў. У сваёй прамове губернатар Гомельскай вобласці Геннадзь Салавей віншуе калектыву і дзякуе за стойкасць у час, калі пандэмія выпрабавала натрываласць усіх без выключэння. Уменьшились перевозки зарубежные, международные, уменьшились пассажиропоток на территории Гомельщины. Конечно, мы это что цели все. Шмат намаганняў і сродкаў спатрэбілася на вырашэнне самых вострых пытанняў. Падтрымка медыкаў стала задачай нумар адзін. Тым не менш, мадэрнізацыя прадпрыемства – пытанне часу. Электрафікацыя аўтобуснага парка абавязкова быць. Таксама кіраўнік аблвыканкама падзякаваў работнікам за ўклад у будаўніцтва мемарыяльнага комплекса ў але. Праект, па словах губернатара, сапраўды народны. Дарэчы, юбілей сабраў мноства гасцей і партнёраў прадпрыемства. Цёплыя словы ў адрас аўтапарка – знак шматгадовага і моцнага сяброўства. У фінале
залі святочної програми «Конструктивний діалог влади і роботників». Геннадій Соловей обмірковав з колективом виніки паугоддя. Говорка йшла об поспіхах у сільськогосподарчій галіні, а так само досягненнях наших медиків. Откази на питання присутніх – важна частка розмови. Спектр широкий. От добровпорядкування городських територій до стану справ у спорті. Губернатор заявив, у вересні влади планують усталювати у кожному районі города спортивні пляцовки. Особливий момент – гарантія підтримки, яку Геннадій Соловей дає предприємству. Такий моцний і з'єднаний колектив гэтага варты. Сьогодні одно із стабільно працюючих предприятий, де чітко виплачується зарплата, є стимулюючі фактори. Сьогодні у нас розвивається не тільки основне производство, але і соціальна сфера. Для людей созданы прекрасные условия для проживания в общежитии, созданы условия для маленьких детей. Сьогодні особливе увагу ми уділяємо нашій молоді. У колективу автопарка шмат планів на будучиню. Серед їх – створення патріотичного маршруту по місцях бойової слави і меморіальних комплексах. Пандемія коронавірусу не дозволила ожыццявіць гэтую ідею вясною, але відповідне доручення губернатора буде обов'язково реалізовано. Миколай Скінзіян, Ганна Каральчук, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель». Уборочная кампания в Гомельской области наближается до экватора. По данным на эту раницу, в регионе убрано 46% площадь. Намолочено практически 450 тысяч тонн збожжа. Даже и навальницы опошние двое суток затормозили ход жнива. Однако, как только збожжа подсохне, аграры вернутся до ранейших темпов. Средняя урожайность 28 центнеров с гектара. Добрый показчик для Гомельщины. Однако на уровне республики эта лишба, обумовленная особливостями глебы, достатково низкая. В Гомельской области преобладание идет песчаных и супесчаных почв. Если говорить о таких почвах, как суглинистые или подстилание суглинками, то у нас доля таких площадей незначительна в общем объеме. И если в Гродненской или севере республики, то у нас именно идет почва с содержанием глин, способствующими и удержанию влаги в первую очередь, то у нас пески, в которых дождик прошел, все впиталось и ничего не осталось. Растениям очень сложно дальше развиваться. Сярод лидеров по ураджайности будут Кышалевский, Решицкий и Мазырский районы. По убранной площади полдень в области Хойницкий, Лоевский и Брагинский районы. Больше за все собрано озимого жита, меж за все овса. Ставка робится и на будущий урожай кукурузы. Мы отдаем предпочтение такой культуре, как кукуруза. Разве можно сравнить площади возделывания кукурузы Гомельской области и, допустим, Севера Республики? Конечно, нельзя. Но это именно вот этим фактором и объясняется, поскольку действительно отсутствие почвенной влаги, мощная развитая корневая система кукурузы способна ее поднять и для того, чтобы развивалось растение. Поэтому и доля кукурузы в структуре посевных площадей в Гомельской области значительно выше. Что тишется огородины, то на гэтым тыдні ў рэгіёне распачалася уборка ранняй бульбы. Гэта і іншыя навіны, інфармацыю о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага. Да сустрэчы ў эфіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Благодаря неравнодушному гомельчанину задержан нетрезвый водитель. Очевидец сообщил дежурную службу ГАИ, что по улице Осипова движется авто Hyundai белого цвета под управлением пьяного водителя. Экипаж выехал по ориентировке. Водитель заметил сотрудников ГАИ и заехал на парковочную площадку супермаркета, чтобы скрыться незамеченным. Но правоохранители перекрыли дорогу служебным автомобилем и задержали мужчину. Нарушителем оказался 42-летний житель Мозырского района, взявший автомобиль в аренду и работающий водителем такси в областном центре. Задержанный признался, что употреблял спиртное, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. К слову, 12 лет назад мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе к уголовной. В Октябрьском районе ищут потерявшегося мужчину 1939 года рождения. Вчера он ушел с железнодорожной станции деревни Черные Броды в лес за грибами и заблудился. В настоящее время его местонахождение неизвестно. На поиски направлены сотрудники Октябрьского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, РОВД и лесного хозяйства. За минувшие сутки в Гомельской области зарегистрированы 7 пожаров, в результате которых повреждены 5 строений и легковое авто. К счастью, обошлось без пострадавших.
В деревне Домановичи Калинковичского района горела квартира на втором этаже кирпичного жилого дома. Огонь повредил имущество. В качестве причины возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Вероятно, по этой же причине загорелся и деревянный дом в деревне Синично-Будокошелевского района. В результате повреждена кровля, стены и имущество. Еще несколько пожаров в Гомельской области произошли в результате природных факторов. Хищение топлива на сумму более 7 тысяч рублей. Преступление совершила жительница Речицкого района. В конце прошлого года 39-летнюю женщину назначили на должность заведующей складом горюче-смазочных материалов одного из сельхозпредприятий. А в июле правоохранителям поступила информация о пропаже топлива. Оперативная проверка ее подтвердила. Как выяснилось, подозреваемая познакомилась с предпринимателем из соседнего района, который был заинтересован в приобретении более дешевой солярки. Мужчина несколько раз в неделю приезжал на машине к забору предприятия, куда доставлялся товар в 10-литровых канистрах. Один литр стоил ему рубль 25 копеек, в то время как на АЗС рубль 78. Такой преступный конвейер работал с марта по июль. Всего заведующая складом вынесла с территории предприятия почти 4 тонны топлива. Как пояснила подозреваемая, к совершению преступления ее подтолкнул развод с мужем, проблемы с алкоголем и финансами. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за присвоение либо растрату в крупном размере. К покупателям ворованного госимущества правоохранители тоже имеются вопросы. И их зададут, как только он вернется в страну. В Гомеле ребенку зажала руку в турнике. Потребовалась помощь спасателей. ЧП произошло на детской площадке по улице Богдановича. Мальчик 2010 года рождения защемил кисть правой руки между трубами металлического турника и самостоятельно освободить ее не смог. Помогли спасатели специальными слесарными инструментами. Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Новый мини-футбольный сезон в Беларуси стартует 29 августа матчем за Суперкубок. Обладатель Кубка страны Гомельская БЧ и чемпион Витен сойдутся в Могилеве. Ранний старт влияет на тренировочный процесс. По словам главкома железнодорожников Дмитрия Некрашевича, подготовку пришлось немного форсировать. В оставшееся время необходимо не только набрать нужные функциональные кондиции, но и наладить игровые связи. В команде есть новые лица. Андрей Черненко вернулся, Сергей Дядечкин нам закроет позицию столба. Тот же Стас Лемешко, который такой достаточно универсальный игрок, я думаю, что он подойдет под наш стиль. Плюс Вадик Олешкевич закроет позицию вратаря, будет конкурировать с Юрой Рузиным. В принципе, я доволен новичками, только сейчас как бы одна позиция у нас еще подвисает, так скажем. Ищем мы на позицию защитника человека. Я думаю, что в ближайшее время мы закроем этот вопрос. По словам самих новичков, проблем с акклиматизацией в новом коллективе не возникло. Да и времени на раскачку особо нет. Все мысли уже о Суперкубке. Вливаться особо, наверное, времени нету, поэтому все ребята приняли хорошо. Приступили уже к работе. На раскачку времени нету. Работаем, готовимся. Идет нагрузка. Первая неделя была одноразовая тренировки. Сейчас двухразовая. Нагрузочка пошла. Поэтому все идет в штатном режиме. Первый спарринг БЧ проведет 8 августа на выезде против Минска. Через неделю в Гомеле состоится поединок с ВРЗ. В этих спаррингах пока не преследуем какие-то цели в плане наигрывания связи. Пока ребята под нагрузками, это будет просто посмотреть, как они будут выглядеть под нагрузкой сейчас. 4 недели будет такой плотной нагрузки, потом мы из-под нагрузок выходим и уже будем плотнее работать там над тактикой, над командными взаимодействиями, там, над стандартами. Будем уже вести целенаправленную подготовку к матчу на Суперкубок. Межкруговая пауза в чемпионате Беларуси по футболу в первой лиге растянулась почти на месяц. Тренерский штаб гомельского «Локомотива» усиленно работает над тем, чтобы команда во время этого длинного перерыва не потеряла игровой тонус. Железнодорожники в числе претендентов на повышение в классе. Первую половину турнирной дистанции они завершили на третьем месте. Отставание от лидера 5 очков. Подняться выше не дала потеря баллов в первую очередь в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Самая большая проблема в этих играх – это реализация. То есть моментов мы создаем в каждой игре достаточно. И если в первых турах мы много забивали, скажем так, процент реализации был высоким, то по каким-то причинам к концу первого круга он упал.
в той же игре с Микошевичем. И по статистике, по объективной статистике, мы создали 11 голевых моментов и забили один гол. А соперник создал два, скажем так, полтора момента и тоже забил один гол. Сейчас железнодорожники тренируются в двухразовом режиме. На ближайшую субботу запланирован спарринг со светлогорским «Химиком». 8 августа еще один товарищеский поединок. Соперник «Орша». Возобновится чемпионат для «Локомотива» 15 августа выездным матчем против «Химика». Гомельский областной центр Олимпийского резерва единоборств признан лучшей школой бокса в нашей стране. Белорусская профильная федерация подвела итоги конкурса «Лучший в боксе», который приурочили к Международному дню этого вида спорта. Победителей назвали в 11 номинациях. В числе лучших есть и гомельчане. Лучшим боксером среди женщин признали Юлию Апанасович. Директор гомельской «Зюшор Олимп 2015» Александр Калеев получил статус «Лучшее официальное лицо». На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».